звук. Раз, 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 раз. Так, ладно. Звук. Раз, 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 раз. А, в принципе, звук нормальный. Ну, всякий случай я посмотрю кое-что здесь. Раз, раз. Ну, в принципе, нормально, но это я погромче сделаю. Блин. Не сделал уровень микрофона, шикардос. Сейчас я так. Звук, с кем я хочу настроить, уровень звука. 40. 40. Да ладно. Ха. Ну, странно, ну ладно. Жалко, что применить нельзя. Ну ладно. Так, ну что еще делать? Да, блин, опять игра, что ли? Блин, опять игра, глюканула, скотина. Ну, скотина, опять глюк словила. М? Тварь. Что это, нет? Как мне ее как-то перезапустить? Можешь, чтобы она здесь у меня ожила? Так, чтобы не выходить из МС-2-то, блин. Ну. А и штука стоп посела. Так. И так, к примеру. Угу. Только в игре. Понятно, блин. Придется выйти из игры. Наверное, ребята, мне опять извините. И снова зайти в игру МС-2. Ладно. В дождик сейчас покатимся, ребята, с вами. Просто игра вылетит. Я тут. Play Games. Я тут. Привет, что ты тут. Спасибо, что ты тут. Игра просто зависла у меня. На самом компьютере. В этой игре такое бывает, похоже, дело. Скажите, когда у вас картинка появится, ребята. Сейчас осталось черный экран, наверное, будет. Игра прикольная, кстати, МС-2. Давайте-ка сегодня на пятой линии покатаемся, там тоже прикольно. Пятая линия. Мне больше нравится 92-я. В отличие от пятой. Кстати, надо сейчас посмотреть, какая там, может, там линия закончится как раз. Угу. Play Games. Рубчанский, возьми. Не, я в Дискорде сейчас не буду включать. Ребята, пока что. Только в мультиплеерских играх. Просто никто не мешал мне. Вот, отлично. Так, ну что, картинка пошла у вас, ребята. О, пошла. Слышите, дождик капает у нас за окном. Да, видно, что дождик у нас идет. Ладно, давайте возьмем маршрут, чтобы недолго думать. Какой-нибудь. Рамис Ералиев. Где скачать? Кого скачать? Так, подожди секунду, что-то у меня игра. Опять зависла. Ну что за... Игра. Не тупи, пожалуйста. Дай поиграть в тебя нормально. Play Games. Где скачать? И что скачать? Вы мне объясните, что скачать-то? Я вам объясню. Эту игру... О, кстати. Play Games. Игру... Везде, где хочешь. Где хочешь, там и скачиваешь ее. Можешь в Стиме купить, но в Стиме она дорогая, ребята. Так, ладно. Вас не видно, потому что это окошко, а окошко я сделал так, чтобы не захватывалось. По 23, блин. А, ну, второй. А, три.
Тоже за полночь закончится. 10 что ли? Play Games. Акякс. Ну, игроха классная, ребята. Габриэла Тачева. X2 Update Rack Verkan. Вертикальный слэш Ливестра решетка 87. Дандай Леманс. И блин, у меня опять игра зависла, скотина. Ну. Блин, что за... Мышка. А, мышка, что ли? Что-то быстро скусила-то, скотина-то такая, ёкарная, бабай. Это мышка, ребята, у меня уже шалит. Называется, зарядил мышку. Иди нафиг, чудо. Видимо, уже один аккумулятор у меня уже садится быстро. О, окей, Google. Ну, если даже мышка садится, так-то... Так, вот, все отлично, мышка. Все, мышь. Что взять-то, блин, десятку? Десятка уже, считай, закончилась. Десятку возьмем. Ну, вот, давайте десятым маршрутом возьмем тогда. Ехать только далеко. А из пятого... Пятого, там, здесь тесненького. Нервная клиника. Я знаю, куда-то ехать. И... И чё? А, он типа ночной там уже, да, ночью ехать, грубо. Я не знаю, сейчас выберу какой-нибудь маршрут, пока я не знаю какой. Нет. Давайте это что-то возьму. Нет, что-то тогда тут... Игра, по-моему, глухнула, ребята. Блин, ну... Ну-ка. Да ты скотина такая, блин, опять игра глюкнула, ребята. Что за блинство-то, а? Короче, если она еще раз глюкнет, я, блин, ферму 17, ребята, буду играть, короче. Потому что уже достанет сейчас меня, сейчас маршрут не выбрать будет. Игруха прикольная, ребята, отвечаю, эта игра очень интересная. Можешь сейчас загуглить погоду в Берлине. У меня вот погода по Берлину стоит. Сейчас что, мы никуда так не уедем с вами. Play Games. Можно позвонить? Только я тебе не отвечу. Я выключу микрофон Play Games в Дискорде. Играй, давай грузись, скотина такая. Что здесь за троеточие мне вскочило? Блин. Короче, вам всего похоже дело мне не поиграть, ребят. Похоже дело. Play Games. А я знаю, где ты живешь. Ну что? Блин. Ну, наконец-то все заработало. Давайте я по-брому возьму. Все-таки 92-ю линию. Так а какое направление? Давайте это возьмем. Там я не заменил на никого, правда. Подсказки включим. Ладно. Здорово, мистер Катаван, бля. Что-то все у меня с компьютером, блядь, какие-то проблемы. Ну, потому что игра пока работает. Список расписания наше.
Да я знаю, куда ехать, ребят. Так что, блин, хреново. Опять с этой программой случилось, блин. А ну-ка давай-ка я. Даже тут Play Games. О. Так, приедешь. Отлично. А, она уж по грани зависла опять. Слава Матанцефт. Приветики. Приветики, Слава Матанцефт. Бля, опять руль сломался, что ли? Блин. Play Games. Давай ферму. У тебя есть ферма? Play Games. Слава Матанцев. Как дело? Дела нормально, Слава. Play Games. Так у тебя ж игры-то нету, братан. И смысл мне в нее играть, если... Ну, только кто-то другой подсоединится. Давайте немножко покатаемся в дождик. Ай, солнце светит, ё-моё, ребята. Начинаем подлагивать у нас игра. Так, компьютер уже не напрягается с ней. Слава Матанцев, у меня фермы нет. Вот, видишь. Многих нету, так что смысл сейчас играть в ферму, когда я могу просто так в одиночку поездить. На автобусах повозить пассажиров. Да, сейчас нужен свет-то. Так, ты все. Play Games, Spin Tires. Да тоже не хочу работать. Мне вот это захотел всю игру поиграть. Давненько на них на автобусах не ездил. Да, на двухэтажных. Тем более в дождь. И здесь эта погода. Слава Матанце. Госпин. Да не, если хотите играть сами. Вот. Я пока в Спинтайрс неохота.
здесь погоду можно реальную сделать, ребята. В этой игре. То есть у меня сейчас погода Берлина стоит, кто не знает. Play Games. Я в реале ездил двухэтажных и на гармошках. На гармошке я в реальности ездил. Раньше. Я ездил на автобусах. Play Games. Но в России на гармошках. Немножко заехал на бордюр. Play Games. Я сейчас приду. Давай. Стой. Ладно, давайте. Что у нас там по времени-то? 20:08. Мы должны сюда уехать. Делаем ровно 20 часов. Все. Спасибо за подписку. Ну вот. Нам 7 минут осталось ждать. Пока запрограммируем наш вот этот бортовой компьютер. То бишь, в линию вводим 0.95. Да, хорошо я припарковался, это прям мастер парковки. Ну, ничего страшного. Давайте-ка съедем. Опять что ли глюк стоял? Ну-ка, стой. Опять, по-моему. Ну, да, сейчас просто еще стою на этом. Сейчас мы съедем отсюда, давайте-ка. Ранни Бартл, Фарт Лоус. Нам 6 минут здесь. Давайте пока стеклоочиститель выключим. Также можно сделать, чтобы задняя дверь открывалась. Play Games. Я вернулся.
Да, не, игруха очень интересная, ребята, в плане того, что здесь можно сделать, чтобы дождь был. Проматывать время можно, реальное время сделать, которое у вас на компьютере. Можно сделать все, ну, как у вас, чтобы было. В этой игре много чего можно делать. Если время проматывать, и не свету слишком много проматывать, потому что вы начнете опаздывать. Думаю, можно потихонечку подъезжать к остановке. А, на 4 минуты будем опережать график, ничего страшного. Так, у нас вперед. Вот как видите, мы приехали на стартовую остановку. Наша следующая остановка вот конечная, вот. А вот эти все остановки нам надо проехать. Стоп, нам пассажиры рассадились. Нам нужно вот здесь при помощи 01, по-моему. Да, по-моему, 01. Сейчас узнаем. Значит, 02. По-моему, да, 02, скорее всего, да. Да, 02. Вот. О, все, заходите. Заходите, не стесняйтесь. Еще несколько минут постоим, может, что подойдет. Так что вот такая игруха. Мы немножко поиграем в нее, ребята. О, мужик на втором этаже, тёлочка на первом этаже села. На слабых компьютерах ребята в эту игру не советую играть. Лагать будет жестко. Также здесь можно двери открывать, окна. Свет, пожалуйста, вот. Подождите. Вот. Второй этаж. Это первый этаж. По-моему, 5 это. Свет в кабине где должен быть. Или 4. Сейчас вспомню, подождите. Ну, вообще ничего. Чпоинг. Чпоинг. Да, это... 9 это в кабине, это вот, а уже трое девочек, поезжаем сейчас. Ну вот, ребята, магия, сейчас у вас руль исчезнет с экрана. Ну вот, освещение, то есть это сейчас посмотрим, ну, так. Это у нас получается кабина, дверь открыта просто, так что вот возьмем так. Ну вот они. Это кабина. Ну ладно, все, думаю, все. Ну, ты кому еще сейчас? 6 снимем, эти кабины загорелось. Ну ладно. Если за цвет просто дальний включить. Потому что от ближнего здесь толку мало. Немножко вперед будем ехать, на одну остановку от графика опережать. Слушайте, да, шелест под колесами, ребята. Давайте 2-3 раза туда-обратно съездим. Или 4 разика. Ой. В принципе, плевать на красный. Здесь тоже за это не штрафуют.
Этот. Бери уже. На. Так, ладно, деньги не будем вытаскивать, скоро не окей. Ой, по-моему, тут он билет сюда. Заткнись, на. Все, нет никого. Здесь очень чувствительный пассажир, ребята, в этой игре. Ну, игруха прикольная, на мой взгляд. Если бы ее разработчики доработали бы, то она была бы супер. Персонажей бы разных сделали, к примеру. Не, моды есть, конечно, на эту игру. Должны быть. Так, поедете. Едет, а. Да. Ау, все, ничего не выдал. Да еще один год. Да, ну ладно, поехали дальше. Зарыть автоматически объявляет остановки через сцепление. Да, третья педаль пользуется сцеплением. Здесь коробка автомат. 94-го линия есть. Разработчики могли бы сделать здесь побольше линий на этой карте. Хотя карта была бы тогда большой бы. Но и интереснее было бы ездить. Здесь всего лишь 92-я, 5-я, 13-я, какая-то еще. Ну, можно, конечно, DLS-ки покупать, там какие-то видео интересные будут. В принципе, продаем билеты. Продаем билеты. У меня вот погода стоит берлинская, ребята. Можете прогуглить, какая сейчас погода в Берлине. Игруха прикольная, ребята, но не знаю. Сейчас туда-сюда съездим два разика. Вот такой вот автобус. Ну, чё, поехали. Чего потерпите? Так ты ку... Мы видели, да, это? А, вот. Так, по-моему, и так мы выдали первым билет.
На, бери. О, ну смотри-ка, правильно сказал. Тут, блин, самое сложное в этой игре это билеты продавать, если математику не знаете. О, правильно сделал, смотри-ка. Все, все уселись. У меня моторы мешка отсвечивают. Хорошо, я там по этой ОБС-ке могу смотреть, куда мне. Скотч, тебе нужен билетик на Ангелина за 270. О, сразу же сдачу правильного билета. Не, игра, на мой взгляд, прикольная в том плане, что... Вообще, это мой первый симулятор автобуса, говорю, вот эта игра, точнее, ее первая часть, ОМСИ, был мой первый автобусный симулятор. На слабом ПК, ребята, не советую в эту игру играть. Она жутко вас глючить будет, автобусы будут прыгать. На более мощных компьютерах она идет адекватно. Как вы обнаружили, что я еду хорошо. Да. Так что, ребята, лайки, подписочка, ссылочка на донат в описании. Сейчас прокатимся туда и обратно. Все скрылись. Все. Все усылись, поехали. Здесь не советуют остановки перематывать. По крайней мере, вот на этом автобусе. На таких, у кого ленточные, то можете... Там можно. На таких можно, а на таких нежелательно. А, есть, по-моему, кстати, тоже такая фигня есть, ребята. По-моему. Так, это он с первого этажа где-то должен быть. А, это вообще конечная часть. Сейчас посмотрим. Вот. Все. Как вы видите, у нас теперь тоже такая хрень есть. 92-й ман. Ой, 92-я линия. Также здесь можно настроить комфортно, чтобы людям было ехать. Ну, я имею в виду печку включить можно для пассажиров. Мы, кстати, уже на минуту опаздываем. Но это не страшно, на минуту опаздывать. Тем более мы эту минуту сейчас нагоним. А может и нет, ребята. Мы не нагоним эту мину. Ту. Почти все одинаковые. Все почти одинаково покупают, да, да? Ай. Что-то у нас выходящих почти нету, да, ребята? Мы на минуту опаздываем. Плюсик, ребята, вот видите, да, вот там вот... Вот здесь вот плюсик. Это значит, мы опаздываем на остановку на минуту.
Когда минус, мы опережаем график, идем. Вперед графика идем. Сейчас кто-то выходит, о, уже 5 человек, рекорд 5-4. Так что, ребята, я ведь скучный момент выбрал. Вечер. Так, ну то не купил билет у нас, да? Если вы хотите, если вы напишите, сыграем в дневное время, чтобы у тебя в игре был день, то напишите в комментариях, я это сделаю. Ну, вы как видите, у нас дождик льет. Но это плохо видно, потому что у нас вечер. У нас в игре сейчас такое же время, как у меня в реальности стоит почти. Так у меня сейчас 7 вечера, а в игре у меня 8 вечера стоит. Ну, давай билетик, о, отлично, молодца, братишка, лови билетик свой. Давай, два ему надо. На. На, ой, не так, понял, значит, ну ладно. Если вы хотите, чтобы я сыграл в симулятор 2016, то напишите это в комментариях. Мы, кстати, уже с вами опаздываем на целых 2 минуты. Ну, уже на минуту. Давайте поднажмем немножко, нам на следующий минут ехать. Я буду по правилам все-таки ехать стараться. На красный не проезжать. Как будет фортила, ребята? Ставьте лайк за форту. Ну. Ссылка на помощь каналу в описании, ребята. В одиночных играх я буду выключать микрофон и наушники в дискорде, ребят, чтоб просто не в обиду. Чтоб не обижались ребята, кто со мной общается в дискорде. Два одинаковых. Давайте посмотрим, что у нас в салоне творится. Ну, почти полный салон у нас, ребят, так что давайте дальше ехать. Ребята, напишите в комментариях, кому на этой остановке мат послышался. От диктора, который объявляет остановки. Давайте поднажмем, может успеем. Да. Я знаю, что на красный это проехал, но мне плевать уже. Тут, кстати, поезда ездят, ребята. Что в этой игре меня затягивает, то что здесь поезда ездят. А мы уже опоздали. Я не знаю. Никто не купил билетик, никто не продал билетик. Никому не продали билетик, ладно? Ну что там, будет дверь закрываться? Все. Закрывается дверь, отлично. Ну. Ребята, у нас дверь сломалась. Смотрите. Почему?
Ребята, мы не сможем сейчас поехать, поскольку у нас задняя дверь сломалась. Не, в реальности, что случилось? Ребята, напишите в комментариях. Так. Ну-ка, сейчас её... Вот она у нас открыта. Все, починили дверь, слава тебе, Господу. Ну, видели, да, у меня дверь сломалась. То есть такая же есть, ребята, РП-ситуация в Bad Simulator 2016 году. И мы с вами уже опаздываем, ребята, на 3 минуты. Это очень плохо. Но ничего страшного, мы нагоним эти 3 минуты. О, поезд, видели? Поезд, ребята, смотрите. Он уехал. Ну, ночью его плохо видно. Здесь поезд, ребята, ездит по этой магистрали, ездит поезд, ребята, кто не знает. Сейчас просто вечер, как видите, поздно, плохо увидно. Если хотите, я потом в следующий раз возьму пятую линию. Она идет от нервной клиники до какой-то там автобусной до ветки. Так, ну чё, сейчас должен по 5 дверей не сломались у нас, ребята, задние с вами. Всё, дверь закрылась, слава богу. О, реанимация едет. Ну, опять отстаём на 3 минуты, ребята, от графика. Вбиваемся на 3 минуты буквально из графика. На 3... Ой, извините, на 3-2 минуты в 2... Что такое? Сказать не могу. Выбиваемся на 3 минуты из графика, на 2. Вот у нас Мовер-штрасса. Названия такие интересные, да, ребята? Интересно, эти остановки вымышлены? Нормально. Ребята, ехал с скрытой дверью. Ставьте лайк. А можете дизлайк поставить? Да, ну и темень, ребята, ничего не вижу. Плюс еще у меня монитор немножко развернут этот основной. Ай. Ой. Ладно, насрать на РП. Сейчас нам надо вот сюда, ребята, поворачивать в этот ряд. Тот же какая-то, видите, железнодорожная станция. Установка так. Давай сейчас сделаем, как бы мы вечером ездим, а попозже до конечной доедем, естественно. Сделаем днем, что мы ездим, да? Как вам такая идейка, ребята? Да, бабуля захотела приобрести билетик. Давайте продадим билетик за 2.70. А, ты? Ну, бери. Все, все сели. Черт, не успел просто стоять. Так-то можем повернуть, наверное, по правилам. Я не знаю, ребят. Just like...
Давайте постоим. Дождемся нашей стрелки. Поворотной. Вот так вот. Вот так вот пассажиры. Ну, по-моему, они просто ряда нарисованы и сделаны в 3D. Все, так вот, мое мнение об этой игре. И такое ощущение, что они кое-что... Хотя некоторые сидят по-разному, смотрите-ка. Такое ощущение, что они кое-что делают, ребята. Напишите в комментариях, что они могут делать. Так, сейчас наша настрелка будет. Или опять ее помух. А, вот наша стрелочка. Отлично. Да, ну что-то, конечно, здесь сложновато ехать, ребята, но... Ну что поделать, раз вечером едем. Да, днем народу поболее будет, наверное, ребята, да? Я так думаю, давайте. Ну и так уже, смотрите, не пустой автобус едет. Мы, блин, уже... Мы уже не 4 минуты опаздываем, хотя выехали с остановки раньше времени. Но я опаздываю, потому что я вам все показываю, как что, куда пассажиры деваются. У нас еще поломка была, если вы помните, да, автобусная. Сейчас нам по кругу ехать придется, ребята, почти. Ладно, подождем, по РП будем ехать и будем нарушать правила. Даже дальний, ближний, дальний. От ближнего толку-то, по-моему, да, ребят? Хотел. Опять реанимация он едет. Что там, красный? Красный. Трафик здесь, ребята, скажу, шальной сразу же. Так что советую в настройках отключать столкновение с трафиком. Потому что, блин... Вам будет неинтересна эта игруха в этом плане. Потому что не вы в трафик врежетесь, так трафик вас обязательно подтаранит. Хоть вы так и аккуратно, о, блин, темно, очень черта не видно. Все, все сели. Едем дальше. На 5 минут уже опаздываем, ё-моё. Ну, в принципе, сейчас нагоним. Кто-то он уже да, в слине едет домой. А мы еще покатаемся с вами. Только я не знаю, насколько эта линия идет. Тут есть, как бы, видите, линии такие, что два раза съездил и домой. Ты дверь сломалась, нет? Да. Дверь. Ты достала уже меня, ребята. Опять дверь сломалась.
Все, нафиг я на тормоза поставим, блин. Что там за лампочка у меня загорела? Давайте посмотрим. Ну, что-то там, не видно, что там. Наверное, тут дверь то все заблокировал. Потому что она сломана. Я надо чинить, ребята, ехать в депо, наверное. Короче, ребята, если вы хотите увидеть игру Bus Simulator 2016 года, ставьте лайк под этим стримом и пишите это прямо на этом стриме, прямо сейчас или после этого стрима. Я обязательно сделаю стрим по Bus Simulator 2016. Для сравнения с этой игрой мы сделаем стрим. Так, теперь нам, чтобы выпустить пассажиров, вот этих гавриков. Подождите, мисс. Блин, где там? Стоп, нам же сейчас её не закрыть. Ну-ка. Так, что у нас там? Десятку она дала, нам надо и билетик пробить для 270. Ну, что, опять дверь заглянем, что ли? У нас опять, походу, дело. Дверь сломалась, ребята, это задняя. Ну-ка. Не, фу, слава богу, все. Закрылась. Следующую установку мы обязательно диктуем, ребята. Ну, я вижу, просто многим интересно эта игра стала. Ну, пишите в комментариях, хотели бы увидеть Фермер 17 или же игру Bus Simulator 2016. Так что пишите это все в комментариях, ребята. Или же эту игру, но днем. Я могу прямо сейчас сделать день. Мне это не сложно, ребята. Пишите все это в комментах. Все, дверь закрылась, слава богу. У нас дождик еще, по-моему, льет, да, я не могу понять. Ну, судя по стеклу, дождик льет. Сейчас мы за этим автобусом будем ехать, и он у нас всех пассажиров будет забирать, наверное, да? Нет, смотрите-ка. Не всех. Ай, проехали, мужик, ну ладно. Так я же открыл дверь. Давайте, заходите, гости дорогие. Близняшки зашли. Шестьдесят третья линия, знаете, поворачивает налево, нам прямо. Вы сделали бы еще 63-ю линию в одной карте, ребята. Все эти линии были бы в одной карте. Ну, вот сюда. Сейчас только выходящие будут, ребята, одни пассажиры, так что... Всё. Как вы видите, там уже вот снизу, да, где стеклоочиститель ходит, образовался уже такой этот, ну как налет грязи. Холодно.
переехали, ладно. Так видно будет. Сейчас давайте мерзчек его поставим. Что у нас наш? Наш. Ну, она у меня русифицирована, ребята. На нее есть русификат на эту игру. Жалко, что она без мультиплеера. Вот было бы, кстати, интересно в нее бы в мультиплеере погонять. Но разработчики к ней не сделали мультиплеера. И она от немецких разработчиков, ребята. Видите, мы уже опаздываем на целых 5 минут, ребят, с вами. Но это пассажирам уже не нравится. Поехали. Обычно я там, обычно я паузу не ставлю вот эту. Я вернулся и снялся с паузы. Не, было бы утром, было бы интересно, конечно, ехать. Днем там. У нас никого, никого. Опять же дверь сломалась, ребят. Нет? Здесь, кстати, иногда поезд ездит. Здесь также где-то... А, вон термометр есть. Так, у нас 19 Цельсия. В принципе, я так думаю, тепло. Ну, здесь так-то можно 20 сделать Цельсия температуру в салоне. Три близнеца, только в разных курточках, ребята. Давай, любитель скотча. Любитель билетиков. Так, еще не тот ему продал. Ой. Все. Все, сейчас чисто выходящие по установке. Обычно я нагонял, я никуда. Здесь в этой игре это я редко с опозданием ездил. Вот, честно говорю. Это сейчас что-то мне не подфартило.
Вы это видели? Ну, мы на 5 минут ряда только опоздаем на сновки. Goldkäferweg. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Опять что ли? Блин, дверь. Я ее на время заблокирую. Ну все, в принципе, она закрылась. Ладно. Если вам, ребята, этот видос стримчански понравился, то пишите, что именно вам понравилось. Но я его не закончу пока, я просто сейчас, ребята, сделаю день, чтобы поинтереснее было. Днем там все-таки поинтереснее ездить, чем вечером. Днем и народу побольше будет у нас садиться в автобус, ребята, и линий побольше будет. Все, в принципе, на последние все остановки с опозданием ехал, ребят. С Мозерштрассе начались опоздания. И на 5 минут. Еще, кстати. Ладно. Я пока снимусь расписание, чтобы можно было времени управлять. Давайте я день сделаю. Днем-то лучше видно будет, о. Днем поинтереснее будет, я так считаю, ребята, ехать. Кто со мной согласен, пишите в комментариях. То есть фары уже, в принципе, нам нафиг не нужны. По крайней мере, я так думаю, дальний свет. Ближний оставим.
то здесь можно. Ладно. Я так думаю, помните, два тогда стрим закончу. Не хочу. Скулки. Здрасте. Здорово, Скулки. Продолжить или закончить, ребята, пишите все в комментариях. Мне не сложно закончить. Я могу и новую линию взять. 92-я, она, по-моему. С трех. Ну, все с трех начинается. 91-я, она сейчас. Любую можно сейчас любую линию взять отсюда. Не. Что, все только оттуда, что ли? Есть. О. Скулки. Продолжить. Ну, как хочешь, Скулки. Ах. Скулки. Ах. Давайте продолжим. Скулки. Устал. Давайте линию возьмем. Судя по звуку, мы сняли вот этот автобус, ребята. Потому что он завелся. Так, что у нас? 3 минуты в... О! Так, что у нас здесь? Это... Ау. Скулки, Сан-Франциско, поиграй. Сейчас давайте еще линию проедем. И в Сан-Франциско можно, в принципе, покататься здесь вместе. Там тоже интересно. Чпок, чпок, чпонька, чпонька. Алло, алло. Трек, трек. Роботы такие зашли в автобус. Ладно, на 2 минуты спешить будем. Давай че 2 раза днем съездим. Скулки, зайдешь в Дискорд? Я так в Дискорде сижу, но микрофон у меня отключен, ребята. Хотя здесь никого нету. Ой. Скулки. Скулки. 2 диза. Скулки. Лайка. Скулки. И 3 л. Скулки. Айка. Мальчик эпилепсия, ребята. О, наконец-то шел. А девочка билеты покупает, да? Скулки. Я сейчас после гуляния и ванны. Хорошо. Мы на 3 минуты спешим. А,
там, господи, он кто-то что-то говорит мне в Discord, я забыл, что я Discord отключил. Скулки, бодрый. Скулки, спать не хочу. Так, билетик. На шестерни круг второй нормально. Скулки, спать не хочу, огурцами крущу. Понятно с тобой, Скулки. Ну-ну, мимо РП будем ехать. Скулки, рифма. Подгружает что-то. А ну может еще из-за того, что тут погода от интернета у меня стоит. Может с этого маленькие проблемы, конечно, ребята.
скулки. Сочные огурчики надо признать. Мы на 5 минут отстаем, уже опережаем график, ребят, надо постоять хотя бы минуту где-то. Ладно, будем в пирографика пока ехать. Я знаю, где можно перестоять, так сказать, это время. Кого? Здесь можно любую эту установку проехать, к примеру, если нет на кого. Скулки, пальчики оближешь. Скулки, а огурец какой будет? Не знаю, скулки. Ну хоть путь не стали. Скулки, арбуз звездочка. Опять не так подал. Все. Ну вы же замечаете, да, что у нас лобовое стекло становится грязным по бокам. Ладно, плевать на это. Здесь можно на красный проскакивать, здесь не фиксируется заряда. А в другом автобусном симуляторе это фиксируется. Так что здесь можно и проехать на красный. Скулки, а столкновение включено? Не отключено.
В этой игре у меня радио столкновение включено. Вот, пожалуйста. Потому что здесь от него толку ряда мало. Нереально, конечно, все это дело. Столкновение только с пешеходами не отключено. А с трафиком здесь у меня отключено. Потому что, блин, от этого толку мало. От трафика. Скулки. Так, нам куда сейчас? Сейчас нам, по-моему... Вот, пожалуйста. По-моему, полкруга даем и налево уходим. Да, точно. Скулки. Не включу скулки. От этого толку мало, ребята. Включать ничего не буду. Сон, проблема, у меня опять дверь сломалась. Дверь. Вот. Ребята, вы посмотрите, что эта дверь вытворяет средняя, а? Скулки. Баран, надеюсь, не сломается. Надеюсь, игра не сломается у меня. Ну. Все, наконец дверь закрылась. Скулки, вот сатана. Дверь, да. Скулки, это дверь. Угу, не спорю. Скулки, как ты говоришь. Угу. Как вы уже замечаете, да, что автобус уже у нас не ярко-желтый, как был изначально, да, уже темненький. То есть, если мы еще поездим, то он вообще почернеет. Будет черным автобусом. Нам еще немножко подождать надо. Так, стрелка. Скулки, он грустит из-за. Скулки, дождя. Так, наш что, ну, это, или то? Да не, все правильно стало. Просто здесь никого нет, надо. Просто им немножко. У нас и так уже опережение, блин, в 4 минуты, ребята. Вот это у нас идет опережение графика. Скулки, убери курсор. Куда я тебя уберу? Вот, пожалуйста, все. Да пусть будет, он тебе что, мешает, скулки. Все равно он будет появляться, скулки, так. Потому что вот я его повернул, вот он. Ну ладно, пусть там будет, да? Подождите, ну ладно, продиктуем потом всю шестерку.
скулки. Автобус серый из-за дождя. Я знаю. Ладно, проедем на красный. Еще раз по кругу. Но в этот раз мы уходим вправо. Скулки, он грустит. Да-да. А Костаны что, все что ли? Ну ладно, давайте запустим этого. А, может они ждут этого? Так, что у нас там нужно ему? Два баксика. На тебе за два. Нет, они его не ждут. Походу дела опять игра грубнула. Ну и черт с ними. Скулки. Когда дождя не было, он радовался. Угу. Ты опять на одну сновку раньше деклю, это не страшно. Здесь можно постоять минут 10 нам с вами, ребята. Потому что мы так с опережением на 5 минут идем график. Давайте здесь постоим. Когда будет 2 минуты, тогда и тронемся отсюда. Ребята, объясните мне, что с этим водителем? Как ваше мнение, что с ним? Напишите это в комментариях. Сейчас зайдем. Так. Скулки. Он не позитивный. Взял. Правила дорожного движения нарушил, ребята. Вы это видели. Сейчас мы разбогатеем с вами здесь, как раз и время потратим. Что там за два? За рублик-то, а? За рублик. Что-то у вас тут нескончаемый поток, ребята, господа пассажиры. А, за два. Ну ладно, немножко так взял, ну ладно. Скулки, передурок. Ребята, скулки. Смотрите, смотрите, он... что творят. Что-то, по-моему, автобус здесь попутали этот самый. Дорогу. Ребята, ставьте лайк за это. Чё, пассажиры все? Поездов, да, нету так на зло. Вот эта часовня, кстати, бьет. В половину будут отбивать. Там по. Вот здесь поезда, кстати, ребята, ездят по вот этой дороге. Смотрите, какую сейчас пробку они здесь соберут, ребята. Но мне да пофиг. Так, чем по времени? Что, стоять можно? Еще минут можно постоять. Да. А вон, ребята, блин, жалко, что через такую... Из такой камеры... Сейчас покажу вам, подождите. Вон, смотрите, ребята, поезд. Блин.
Вот он. Блин. Сейчас нам в какую сторону поедет и тпхнемся. Либо он заглючил. Нам уже где-нибудь пишемся. Что-то здесь с трафиком, ребята, случилось. Ну ладно. Думаю, еще две минутки можем постоять, ребята. Потому что нам тут... Ну, я думаю, все, пора ехать, ребята. На следующую сновку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, поставим на светофоре. Да. И поезд до сих пор стоит. Хрипит, пшипит. По-моему, я... Да, я на него не могу сесть, потому что я на расписании. Так что, ребята, если вы хотите, чтобы я прокатился на ком-нибудь из этих поездов, пишите все это в комментариях. О, уже пора ехать. Что по цвету наш. Вот здесь, короче, поезд проезжает, ребята, вот здесь. Вон. Ой. О, на минуту уже опаздываем, так что, то есть не опаздываем, вровень идем, как бы, минуту переждать пришлось, как бы, видите, да, время? Потому что мы опережали график на целых 5 минут. Тоже плохо. То есть, ребята, здесь и опаздывать плохо, и опережать график тоже плохо. Так что, да, вот такая игрушка для Томси 2. Нет, поезд все равно что-то шипит, пищит, поехать не может. Вдруг она какая-то игра словила. Бонусы вы видели, да, как автобусы ехали? Одинаковых. Еще не удивлюсь, что если они одинаковые билеты купят. А, блин, вот так. Нет, по-моему, разные. Давай, бери. Давайте сейчас до конечной доедем. Там оно где? Там оно там. Да. Ну, спасибо, мистер Катаван. Будем угорать, ребята, сейчас опять нас мистер Катаван будет смешить. Пивасик бьет в рдочку. Мистер Катаван, спасибо тебе за донат, но пиши нормально. Пиши нормальные комментарии, братишка. Хорошо, братан? Я знаю, что ты меня повесить хочешь на стриме, но пиши нормально.
Чем? Давайте плавно в какой-нибудь другой автобусный симулятор перейдем. Пишите в комментариях, либо бас-симулятор 2016, либо Сан-Франциско. Мистер Катаван, тебе большое спасибо, ты у меня самый топовый донатер. Пиво бежит за пивом, 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 пиво бежит за пивом. Блин, у меня опять дверь сломалась, ребята, проклятая. Нет, все отлично, нормально все. Ну, не хотите, как хотите. Шмык шнолит ретрелса. Ну, название, конечно, ребята, я не знаю, выдуманные этих основок, не выдуманные, но такие ржачные. Ладно, поехали на красный, нам плевать. Ох, как вот, ребята. Могу целый день стрим посвятить этой игре. Дверь еще открыта, нормально. Вентиляция, ребята, это поштатно положено, чтобы вентиляция была. Что там, дверь закрылась? Закрылась, отлично. Просто, ребята, если здесь заднюю дверь не закрыть или на блокиратор не поставить, то у вас автобус никуда не поедет. Опять на 3 минуты опережаем. Это плохо. Play Games. Дратутя. Здорово, Play Games снова. Так что ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на канал, если вам наскучила эта игра, пишите в комментариях, могу чем-нибудь другое поиграть. У меня из таких игр еще есть бас-симулятор 2012 год, мне не очень нравится игруха, и есть бас-инд-кар в Сан-Франциско, ну, там автобусы, трамваи, троллейбусы, автомобили, такой вот симулятор. Мне он больше нравится, кстати, чем МС-2 даже. Но МС-2, конечно, оно лучше тем, что тут хоть пассажиры не выскакивают из остановки, из автобуса на остановке. То есть, как бы вот они вызвали меня, он, видите, лампочка загорелась на приборной панели. Вот сейчас она погаснет. Play Games.
Бас 12. Да ну, бас 12, что-то мне не очень нравится, ребята. Я не буду в него играть. Я лучше в 16 поиграю. Или в эту. Блин, дверь. Ребята, ставьте лайк за и подписывайтесь на канал за. Мистер КТВ, не знаю, как я отблагодарить. Ну, ты мне... Пьет водку, водка пьет сигу, пиво 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 пьет водку, водка пьет сигу. Что, не разблокировал, что ли? Ну, двери. Ребята, все, дверь опять сломалась задняя. Что за блинство? Вот это на. Так, подождите, это у нас тормоз, я не пойму. О, все. Все, отлично, поехали, 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 поехали. Так. Мне грустно, развесил меня. Спасибо, я говорю, мистер Катаван, у нас такой весельчак на стриме, ребята. Он веселит всех, и меня в том числе, ребята. Так что я думаю, мистер Катаван, тебе большое спасибо за это. Он стрим немножко это, разбавляет смехом. Так что, ребята, если не сложно, донатьте. Пишите что-нибудь прикольное в комментариях. Фу, мы стоим на светофоре. Как видите, уже автобус все грязнее и грязнее с каждой секунды становится. Скулки, это был я. Я понял, что ты Скулки. Скулки, 10 рублей мои. Молодец, Скулки. Ребята, молодцы, кто донатит. Спасибо большое вам. Помогаете мне. О, хорошо, ехать. Сколько еще стрим? Еще по стриме, еще по доначу. Не сложно. Я вот игру вообще. Скулки. Папе звездочка. Так, нам надо опять дверь разблокировать за. Скулки. Помогаем. Так, чё там? Два подростка зашли. Им, по-моему, какой-то из этих ног, а? Этот? Нет. Еще и ругаются на нас. Так, подождите, вот, по-моему, их нет. Всё. Так, ну я думаю, по этой игре я потихонечку буду заканчивать, тем час кирпича. Мне уже наскучило, но может здесь трафик и дверь у нас опять. Что-то с дверью у нас, ребята, задние. О, закрылся вот. Все, слава богу. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас всех люблю, ребята. Держи 40 рублей. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо за помощь каналу, за помощь моему папе. Мистер Катаван, стой. Я по этой игре закончу стрим, ребята, но другой стрим будет чуть попозже. Так что, как бы, ждите.
Ну, 5 подождете или 10? Я да хуй просто хочу, у меня уже 5-я точка болит. Да перекусить что-то хочу. Что-то мне тут где-то телефон свистнул. А вон, скотина, далеко. Блин. Yes. На, пофиг на него. Пусть там лежит. Ну как вам автобус, ребята, уже какой грязный, смотрите, какой он грязненький, какой он был, да, практически. Уман. А, было ты что-нибудь там груз? Понял. Здесь нету входящих. А нет, есть что-то, телочка какая-то стоит. Я предлагаю, ребята, сейчас вам для сравнения, я, наверное, все-таки плюс бас 2016 сделал, чтобы вы сравнили. Да. Спокойно, Лев Сергеевич. Мистер Катаван. Окей, как только выведу с диск Space еще, подоначу. Ну давай. А, все закрылось. Ну слава богу. Я думал, уж дверь все у нас вышла из строя, ребята, опять. Так что, ребята, спасибо всем за донат, кто мне донатит, ребята. А через несколько мгновений будет бас-симулятор 2016. И вы посмотрите, в чем разница этой игры, в чем той плюшки. Сразу скажу, та игра тоже прикольная. Кстати, вы заметили, да? Я сейчас помолчу. У нас, ребята, закончился дождик. Вы это заметили, да? Вот, вот слушайте, сейчас я сам помолчу. У нас в игре закончился дождик. Можете сейчас зайти в какую-нибудь программу, которая отслеживает погоду, и набрать город Берлин. Скулки, что нам за донат будет? Что угодно. Что угодно, ребята. Любую игру подарю. Все, стеклоочистители, в принципе, нам нафиг не нужны, потому что дождик у нас кончился. Я только сейчас заметил, что дождь кончился, ребята, если честно сказать. Вот я сейчас даже вам это самое. Сейчас вам покажу кое-что. Открою окно. Так. Вот. Ну-ка. Ну-ка, блин. Блин. Ну-ка. Ладно. Понятно. Сейчас я это подождите. Вот, видите, ребята? Вот. Вот вам справа видно, да? Хорошо, ребята. Вот реальная погода у меня включена. Вот тут галочка стоит на Берлине. Вот, там, давайте я уберу. Захват окна 4. Где ты там, блин? А, вот видите, да, ребята? Жалко, что нам не брать, конечно, ладно. Давайте я это уберу. Чтобы вам просто было доказательство, что у меня включена реальная погода. Мистер Катаван, хочется мать самокар как-то. От тебе скулки. Ну. Скулки, нет. Мой самаркар, давайте чуть попозже сделаем, в следующий раз. Потому что там тоже интересно много чего. Скулки, МСК не хочу. А чё так, скулки? Там же прикольно, там же... Интересная же тоже игруха. Я же в ралли так и не поучаствовал, ребята, как вы помните. На в ралли поучаствовать, выиграть ралли и не ушататься. Кстати, вы заметили, да, что дождь закончился? И какой у нас стал автобус это с вами, смотрите. В принципе, это конечное. Я просто
Heerstraße, Stadtplatz. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Вот это можете загуглить погоду в Берлине, что сейчас в Берлине происходит. У меня сейчас дождик перестал, как видите, лобовое стекло все грязное, только в том месте, где стеклоочистители работают. Также здесь есть ряд стеклоомыватели. И много режимов у стеклоочистителей. Ну, короче, если вы хотите увидеть бас-симулятор 2016, то пишите это в комментах. А я на этом закончу трансляцию, ребята. Если вы хотите эту игру увидеть в следующий раз, то пишите в комментариях. Мистер Катаван, мы говорим про то, что хотим подарок от тебя какой. Ну, для этого надо найти меня в стиме, ребята. Чтоб я вам подарил что-то. Скулки, во. Скулки, 15. О. Скулки, фермер. Да, ну, ферма 17. Play Games, привет. Здорово, Play Games, здорово, Play Games, здорово, Play Games. Play Games, фермер, 15. Так у вас все равно, ребята, нету. И смысл мне в него играть. Я лучше сейчас вам покажу кое-что интересное. Блин, мышка опять убежала не туда, куда надо мне. Так, ладно, снимаюсь расписание от этого, ребята. Сейчас мы пыхнемся. Мистер Катаван, а можно ключом? Каким ключом? Сейчас вспомним, как она называется, станция-то. Так, это что за станция такая? Сейчас посмотрим, что... Автобус в небесах, ребята! Лайк! Скулки, МСК. МСК? Скулки, когда? Скулки, да. Ой. Это где я? А. Ну, понятно, где я. Теперь можно, ребята... Оп! Теперь смотри, что можно делать. Сейчас найду его только, блин, далеко от него что-то. Сейчас, подожди. Я смотри, как мы далеко от него. Блин, далеко не надо, на самом деле. Ну как, где он там? Я его убил. Он собака где-то там, да? Так, ладно, еще раз. Тут можно, ребята, оп, смотрите. А, это разместить, подожди сейчас, подождите, эй. Да не надо мне ничего размещать, я хочу сесть на какую-нибудь технику. Ладно, здесь. Сейчас, может, так и перебежим. Сесть в эту машину. Да, я сел в эту машину. Я молодец. Сейчас мы... Сейчас мы ее... Сейчас мы... Мы сейчас таким макаром и перебежим, ребята. Куда он там бежал-то? А, ну вот. В принципе, ребята. Чё, ребята, поездим по железной дороге? Ой, не получилось. Надо в другом месте, значит, её поставить было. Вон там. Где мы там? Ага. Здесь поезд, ребята, кстати, ездит. Ладно, я пока отлучусь.
что-то точно не помню, сколько здесь площади, но, по-моему... Давай-ка сделаю. О, да, правильно. Ой, я зря перемотал время. А нет, не зря. Так, ну-ка. Скулки, тогда, когда у тебя деньги будут, подари мне фермера 17, пожалуйста. Хорошо, Скулки. Как вам? Так он что-то, по-моему, мимо этих остановил. Так, это я священник. Который сейчас ощущение через какое-то время. Ребята, мы с вами как машинисты. Тут где-то под поездом, что ли? А, о! Линия метро, ребята. Угу. Я куда-то уедем. Поймем, куда. Скулки. Вместе пшено посеем. Ну, блин, если я тысячу с лишним рублей на скребу, то давай, да. Ребята, уходим в мир иной. Ой. Эй, поезд, ты куда ушел? Ладно. Здесь просто рельсы кончились, ребята. Так, надо теперь как-то нам в автобус вернуться наш. И где у нас? У нас 92-й ман. Вот он. Сейчас мы вернемся в наш автобус. У нас там такая смешная картинка будет. Вот она. Вот наш манчик. О, сейчас прилетит. Слышите? Это не эти башни бьют. Также здесь есть еще, ребята, много интересных мест. Сейчас я вам их покажу. Только вот где оно? Вот это куда сейчас так пахнет, интересно. Давайте. Сейчас подождем минутку. А ну вот она есть как раз, остановка-то. Так где я? Так, не та, значит. Сейчас, ребята, Амкистрайд, это он в чём? А, Амкистрайд далеко. Грин, нервная клиника. Нервная клиника, значит, мне не нужна. Сейчас, ну, где-то я окажусь. И мы с вами доедем тогда. А, ну вот. Здесь тоже вот линия метро, как видите, есть, да, ребята? А то пятая линия, она сюда едет. Тут еще как бы есть пятая линия. Так, это не та. Не то место. А вот это у нас куда идет?
Сейчас найду нужную точку вам показать, хочу просто интересную вещь в этой игре. Так, это у нас вообще где-то в какой-то зопе. Зопа не то. А, короче, проще на Франкенштрассе взять, наверное. Сейчас, подождите, у вас такой будет точка автобус. Ну, тоже закончился, и интерес пропал к поездке, ребята. Ладно, будем тогда так перебираться. Так. Да. Так, это мы... Так, подождите. А, так что нам далеко тпхать-то? Только нет, это не то место. Это не то место, но здесь тоже, как видите, есть шокбаум вон. Давайте сделаем, к примеру, 13 часов и 2 минуты. Минуту. Сейчас посмотрим, что будет. Появится здесь поезд, нет, как вы думаете? Да, смотрите, ребята, вон поезд поехал. Тынц. Ну-ка, интересно, сейчас давайте-ка мы сейчас сядем быстро в автобус. Почему-то только не едет у нас. А, понятно, почему нет. Скулки. В 2033 году метро закрылось. Какое? О, смотрите, ребята. Как здесь классно сделано. Здесь даже переезд, ребята, есть. Ой, сейчас мы только... Смотрите, что будет. Я сквозь него прошел. Так что вот так вот, ребята, здесь шлагбаумы есть. Здесь много чего есть интересного. Давайте он сейчас, пока он далеко не уехал у нас. При полностью... А, сейчас моя, да? Иди сюда. Скулки, я про куда поезд едет. А. Так что здесь очень интересная эта игрушка, это сделано вообще классно. Жалко, что здесь, конечно, на поездах ряда поездить нельзя. Сейчас он скоро исчезнет, так что смыслом есть в нем сидеть. Нет, нам надо сесть его в автобус. Скулки, ты о поезде пропал. Я знаю. Сейчас мы на автобусе покатаемся. Здесь уже есть поезда. Скулки, вместе с поездом. Здесь тоже поезда, кстати, есть, ребята? А, так вот он здесь, наверное, проезжает. Будет. Здесь тоже есть поезд, ребята, вот тут чухает. Вот он здесь проезжает. Вот здесь поезд, вон. Нет, не поезд, показалось, но поезд едет. Так что вот такая игруха, к
Кто хочет, можете ее рядом скачать с интернета, можете купить в Стиме. Но в Стиме она очень дорого стоит. Сразу скажу. Да, здесь, по-моему, на каких-то кассетный магнитофон есть. Давайте я сейчас тогда... Так, создам новый автобус. Сейчас создадим... Вот он в правом углу, кстати, будет ряд автобус вертеться. Есть даже вот такие транспортные средства, но они не будут работать у меня. Афы. Вот такой автобус. Здесь много автобусов, ребята, всяких. Такой же гармошка. А это что у нас? Ну-ка. Ага. Ладно. А все что ли? А, там поезд. Нельзя, ошибка. Данный номер машины. Вы должны быть. Ну понятно, этот поезд здесь не существует. Это надо какой-то ДЛС коммунизм. Скулки. В левом. Ну в левом, я знаю скулки. Сейчас чем. Маны. Есть маны, есть классно. Есть вот такой манчик. Здесь вот такой 92-й, 92-й, 80-й. Ну ладно, маны. А, 5 маны выбрал. Два Г это, по-моему, гармошка. Да? Гармоника. Давайте я вам покажу гармошку. Сейчас, подождите минутку, опять у вас будут облака. Ладно, ребят, думаю, на этой игре можно закончить. Давайте я в чем другое поиграю. Тут люки открываются, кстати. Только они, по-моему, изнутри открываются. Ну да. Это надо вот так вот. Здесь, по-моему, пандус даже есть на каких-то автобусах. Такая вот гармошка. Сейчас только включу, она сразу поднимается что-то. Вот видите? Гидравлика сразу накачалась. Вот что мне нравится в этой игре, ребята, еще. Вы смотрите, сейчас фары включены. Вот. Даже на дальнем лучше, или ближе, на дальнем. Вот смотри, сейчас мотор заведу. Заметили, он потускнел немножко дальний свет. Пока гидравлику не накачаешь, хрен куда поедешь. О, заметьте, опять дождь пошел, ребята. Ладно, ребята, думаю, на этой игре пока можно остановиться. Я пока из него выйду. Запущу какую-нибудь превьюшку с какой-нибудь другой игры, ребята. Ну, пусть мой Summer Car у вас будет в превьюшке. Потому что сейчас здесь будет очень длинный процесс. Потому что я не уверен, что у меня это есть. Скулки, давай в сам. Чё сам? Сейчас, подождите, я эту игру запущу, чтобы она, может, как-то наша, она активировалась. Сейчас. Да, ну да.
сразу музыку будет нам утишить, да? Да, точно, музыку нам потише будет сейчас сделать. Давай, грузись, игра, грузись. Скулки, Франциско. Да не, Фран... Ух ты, да ладно, оно сохранилось, ну-ка. Так, он... Пусть им всегда будет, пока. Нет, нам это нужно. Только сейчас еще музыку забыл. Угу. Значит, надо настройки изменить крайне много. Сейчас загрузится она мгновенно. Вот вам бас-симулятор, ребята, 2016 года. Компания, ого, стройка, стройка, говорю, компания, ого, для друзей. Так, ауди, графон не нужен. Угу. А, здесь есть 1600 на 900 пиксель, нету, что ли? Ну вот, 1600 на 900. Применить как-то тут можно, нет, еще? А, все. Скулки. Гусик, я его люблю. Ну все, в принципе. Сеанс, что-то еще можно, ничего. А, ну все, в принципе, нормализовалось. Ой, покатаемся, давайте с вами. Только сейчас я синхронизатор еще включу. Синхронизатор, чтобы было не скучно ездить. Может, здесь музыка есть, конечно, но такая шляпная. Купите автобус-гармошка. Ну, эту гармошку мы потом купим. Ладно, давайте на чем сядем. Вот на этом. Манчик. Старт. Глубо конца. Уж профессионал ехать. Так что, кто хочет в эту игру, находите ее и присоединяйтесь ко мне. Музыка не громко? Блин, игра такая громкая, что ли? Хотя я все посерединке сделаю. Ну, отличненько. А, мы же забыли, ребята. Самое главное, мы же забыли с вами это. Без кофейку-то не выехать нам, ребят, на линию с вами. Музыка не громко, ребята, напишите еще раз в комментариях, повторюсь. Ну, тот автобус, кажется, убрал, ну ладно. Но... Так, это... А, вот оно. Здесь... А, здесь не автомобиль. Так, ну что, садимся на наш автобус, это. Сейчас надо сейчас понимать, как его завести. Здесь, по-моему, ничего надо водить даже. Скулки. Музыка нормик. А, у меня уже так сделано, чтобы можно было нормально. Ну-ка. Так, это заднее, это переднее. Поехали.
чё машешь? Мы на линии уезжаем. Так, какая? Да, на 16 ночь получается, да? Блин, немножко увело. Да, ё-моё. Ханатан Родригес. Привет. Здорово, здорово. Что-то скоро, по-моему, еще ошиблась адресом. Булки. Рик. Скулки. Ты новенький? Еще билеты. Продавать-то их еще надо. Ой. На одну поездку. Пенсионер-то вот не вспомнил. Два, да? Так. А ну, отличненько. Вообще, уложуха ты. Понизили температуру пассажирам.
Точка. Вот. Я в нее давненько ряд не играл. Сейчас, может, какие-то будут ошибки. Ты пизна. Да, блин. One ticket regular, please.
Думаю, там лето закончу на этой игре. Туда обратно съездим, мы на этом закончим трансляцию, ребят. Hello, I need a single trip. I'm a student. Thanks. Have a great day.
Кулки, тебя не слышно. Так я сейчас включил микрофон. Сейчас ты меня должно быть слышно. Это смотришь, что я был. Ладно, едем. На. Ладно. Что вон он выбрал. Это спорный вопрос, ребята, но ладно. На, не болешь тебя. Читайте комментарии, ребята, всем видно. То есть окошко у меня видно, что ли?
отлично. Прям все видно. I need the ramp, please. No, you're just... Ow. Не жал, видимо. Thanks. Have a great day. Вот так было бы раньше, было бы лучше. Да-да. Так что, ребята, сейчас два хода сделаем, мы на этом... Трансляция закончится, а завтра всех жду, ребята, на второй площадке, кто сегодня со мной играл. Кооператив 2 будет называться, ребята, конструктор-симулятор, кооператив 2. Я, наверное, запланирую, чтобы вы все знали. О, пробочка. Это реанимации, это ли пожарные, ну или скорая помощь, или полиция. Все, ждем, когда пассажира выйдет. Или зайди. Давай. А, там шутёлочка, всё, давай, заходи, я тебя не увидел. Чё ж мы? Круговое движение. Да, было бы удобно, если можно было бы камеры поворачивать, чтобы, ну, через какое устройство вам было бы очень удобно. Church.
Ну, я же не сказал, что уж такая идеальная парковка. Ну, парковка есть парковка. I can't get down like this. Hello. I need a single trip. I'm a student. Wow, man. Respect. Thanks. Так, что нам надо сейчас? Эй, стоп, дали. Нет. А, один. Я точно не помню, как подавать вещи, я сейчас забыл. Блин, ну ладно. Так, выйдем, да и все как-нибудь там на халяву. Давай, бери, бери, ну. Чё жалуешься? Ладно. Пассажир остался на нас, ну. Как же? А, всё, он чё правильно еду. Хотел же посмотреть в зеркало заднего вида. Ну и колер есть, конечно. Сюратик тут поедет, ребята. Так что можно ехать спокойно. Главное не вышли не рыдаться. Так, а вот на пешеходных нам чуть-чуть внимательно. По-моему, мать наша, да, сынка? Возьмем. А, видишь, не наша, так что поехали. Ой. Видите? Пропущенная остановка. И где логика, ребята? Вот объясните мне, что за баг в игре? Я специально для вас показал. Ой, тихо. О, трое смотрят. Вот наша остановка, ребята. Настоящая наша остановка, вот она. Никого, никого. Being a neurosurgeon is too hard. I think I'll study something easier, like quantum physics. Next stop, Villages Ну-ка, сейчас он чего снял?
lots of work. I'm sorry. I'll talk to you later. Thanks. Have a great day. Типа он на доктора вызвал. Ставьте лайк. Я пока опять микрофон выключу. Ребята, если хотите продолжение, пишите в комментариях, я пока отлучусь на 5 секунд. Так что, если хотите продолжение, пишите в комментариях, ставьте лайк. Ну, чтоб я сейчас продолжил. Так что, давайте. Все в ваших руках. Я пока звук выключу.
Элскей, продолжить. Скулки, нет. Скулки, не надо. Скулки, в принципе. Thank you.
LK My Summer Car.